Дайте мне вот этот глоток топа. Дайте мне 500+. Я бы пошутил. Ну, мы проиграли. А, зашибись, зашибись, не то на 500. Вот ставь лайк, если хочешь также поднимать легко кубки. Привет всем, дорогие друзья, у нас сейчас идет стрим Чанский. Если ты не был на стриме, то я не понимаю вообще, что вообще, что происходит. Почему ты не был на стриме? Мне сняли страйк, я стримлю, тебя нету. Какие проблемы? Нажми на колокольчик, подпишись на канал. Я сейчас в легендарном трио, со мной Кигурамы, со мной Лалью, Шмалью. Мы сейчас такие фишки делаем, мы просто непобедимая команда. Да, пацаны? Да. Давайте опять, мы дружная команда. У Лалью есть канал, я на его канал оставлю ссылку в описании. Он, поехали. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников. Также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин. Все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах. Вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Главное сейчас не слить. Короче, тема такая. Я им рассказываю тактику, они все это делают и мы тащим. Поехали. Пацаны, играем по той же тактике. Поехали. Чтоб я два раза не рассказывал. Оп. Оп, 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 оп. Фрэнка убиваем. Убиваем Фрэнка, да. Пацаны. Убиваем Фрэнка. Все, теперь собираем кристаллы и отходим, отходим. Отходим, отходим, отходим. Нарываемся немножко и отходим. Все, так, да. Держим, 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 держим. Так, теперь идем на них идем. Там дебоширим и уходим. Уходим оттуда, все. Вроде пока работает. Все, пока что с шахты все собираем. Сейчас будет Фрэнк ультовать. Надо в этот момент... Да, именно вот так надо. Да. Да, мне нормально. Вроде поматерить можно. Что? Материться нельзя. Материться? Нет, конечно. Оп, видали? Блин. Видали? И я резко на свою базу отошел. Оп. И не попал под ульту Фрэнка. Короче, тактика моя работает. Самое главное придерживаться ее, ребята. Советую вам так же играть, как мы, как я, как моя команда. Да, главное, чтобы в тиме был я, да? Но я не могу, конечно, со всеми играть в тиме. Я понимаю, что большинство после этого сейчас начнут кидать инвайты. Но, тем не менее, ребятки, я... Ну, короче, я один, вас много. Я не могу. Сколько я буду еще нести такую херню на серьезных щах? Осталось 14 кубков. Пацаны отклонили. Чего отклонили? Соберитесь, пожалуйста. Это не я. Не отклоняйте. Поехали в бой. Наконец-то Ниту апну на 500 трофеев. Она у меня 10 левеля. Она должна быть сидеть на 20 ранге. Вот. И пацаны, собственно, мне в этом помогают. Кстати, я пацанам тоже помог. Кигураму я апнул Джесси на 500 кубков, а Лалью поднял Мортиса. Вот я такие. Сам же точно не мог. Ну, наверное, не мог, раз у тебя было 400 кубков, а? У меня просто времени нет, я занят. Да, ну, короче, как говорится, плохому танцору яйца мешают, но, тем не менее, мы это сделали на стриме. Ну, а их нет, да, типа, ну, а их нет, типа, ему ничего не мешает. А так он танцор неплохой. Лалью, возвращайся назад. Ну чё, вот ему пока не скажешь, остановись, он не остановится. Вот он заигрывается на своем Мортисе, он думает, что ему все можно. А ты еще минус три. Минус три, минус раз. И тут я, и тут придется мне подрубаться, потому что, ну, вижу, что он не справляется. Чекайте в левый угол. Холди, килл там кого-то. Ребят, где соперники? Где yes. соперники? Yes. Это соперники? Почему я их не чувствую? Все, пацаны, я уже на базе. Хилюсь. Сейчас меня Мишка похилит. Забираю последний кристаллик и... И даю на лапу. Не, мне бы еще... Победа? А что так быстро? Ну, прикинь, да? Ты ж с нами играешь. Ай! Это... Так осталось два... Блин, слушай, я вас... Пацаны... Давайте это будет мой первый перс, который выше, чем 500 кубков. То есть я возьму 505 кубков, например. 501. Ой, бесишь. Кто? Панкиллер. Панкиллер. Панкиллер, ты прекрасно понимаешь, что... Вы видели, что он делает? Я так и знал, что он так плохо играет. Спасибо, брат, я шучу. Я знаю, что ты нам поддаешься. У меня глаз чешется, подождите.
Почеши, почеши. А как ты его чешешь, глаз-то? Огонь. Ты ж Кигураму. Блин, ребята, ставьте лайки, если хотите, чтобы Кигураму создал себе канал на Ютубе. Потому что, ну вот Лал это не то, да? Он типа, что-то да, но не то. А вот Кигураму вообще красава. Я бы вот это с ним совместно пилил. Ух, по-моему, он уже регаться пошел. Играй давай, потом зарегаешься. Бля! На минус стал. Пейнкиллер спрятался у нас на базе. Ты куда? Ну, видно, что он уважает меня, а тебя нет. А меня тоже убить хочет. Сейчас я разъебу. Где мои наушники? А ой, что ты? Нельзя материться, я опять забыл. А, ну, блин, мы вырежем, молчу. Кикнем. Я пошутил, ничего вырезать мы не будем. Я... мне лень. Так. Слушай, пацаны, пацаны! Шучу, шучу, чё, сразу очканули, да? Ну чё ты куда... Блин, Лалью, ты... Забираешь кристаллы. Что? Я мидер, я собираю кристаллы. Я все понял, извини, пожалуйста. Так. Блин, мы сейчас Лалью апнем Мортиса на 600 кубков. Я тебя поздравляю. Спасибо. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Смотри, надо забрать пейнкиллер. Ой. Пейнкиллер играть начал, петух. А ты что хотел? Чтобы он не играл. Все, смотрите, 17 кристаллов. Нет, блин, вот это больше. Тима, вот это да, ребята. Вот ставь лайк, если хочешь также поднимать легко кубки, чтобы тебе такие соперники подбирались, как Пейнкиллер, и на тиммейты, как вот Холдик, допустим, Кигураму и Лалью. Я думал... Звездный игрок, я, да, бэм-бэм. У меня 496 кубков, сейчас последняя каточка, она будет, надеюсь, победной. Я беру 500 кубков, но мы договорились с пацанами, что мы чуть-чуть выше поднимем мне ниту, дабы я, ну, блин, хоть почувствовал, что такое 500+. Типа, ну, я 500 уже апал, а 500+, я еще... Ну, что ты улыбаешься сразу? Тоже хватает должно. В смысле? А как же зажрался? Ну, мне уже не хватает 500, мне мало уже 500. Ой, типа. Это топы. А, все, понял, тогда и 500 не апну получается, да? Да, скорее всего. Ну, я сейчас стараюсь. Я сейчас играю на всю. Хорош, хорош, видишь, как все четко делаю? Оп, оп, и не попало. Убивайте форель. Я специально сказал. Форель. Ай-яй-яй. Мишка. Так, собрали. Откуда рикошет? Ульту. Хорош. Добейте форель. Катарель. Пожалуйста. Так. А там набила Тара уже ульту, да? Да, да. А кто у них контр этот на ульту? У них же нету никого. Кинь мишку. Так, кинул, хорошо, кинул, не очкуй. Жмем. Просто вот это тащим. Вот это мы ниндзя, я понимаю. Чуть-чуть левее было, чуть-чуть левее. Все просто. Пацаны. Не, ну круто. Ну все, ну нормально, зашибись. Просто красава. Я забыл, что Тара есть и вот эта херня есть у Тары. Да нормас. Да что нормас, все, мы просрали тупо из-за, не знаю, из-за Тары. Точно из-за Тары? Блин, это сейчас обидно. Это же не потому, что вы затупили, да? Типа, пошли вдвоём. Блин, мы почти нагнули топов, если так вот всерьёзку, то... Мы, если бы не Тара, да, мы бы затащили. Да, конченая Тара, не сам это повторять. Сука, я вот это, да, буду... Ну вот опять это... Тара. Я знаю, кто на самом деле виноват. Кто дал накопить ульту Таре. А кто дал накопить ульту? А вот теперь разбирайся, я видос буду пересматривать, и я посмотрю. Будет угодно, если это я сделал. Ну и все. Я не верю, ты не мог этого допустить. Мне кажется, вот этот уборщик с метлой по-любому... Оба! Опять. Оба. Ты специально забрал у меня гем? Да. Тур. Смотрите, что делает. Уходи. Зачем уходить, если можно идти? Я опять
Так, так, так. Сейчас будет ульта, а я отошел в этот раз. Я в этот раз на такую херню не ведусь. Оп, Мансим. Давай просто уйдем. Почему ты было через меня идти? Нет, я просто не могу. Ну почему? Он просто не мог уйти. Ну блин, некрасиво, надо всех забрать. Это не некрасиво, это ты идиот. Это некрасиво. Я сейчас, кстати, наблюдаю, кто дает капитуль Тутари. Пока никто не дает. Видимо, вы знаете, что я пасу. Блин, ну мы бы уже выиграли. Что ты возмущаешься? Вот что ты возмущаешься? Сейчас заткнись и тащи. Все, давай, справься. Из-за тебя так. Да, мы бы уже сейчас сидели уже на 500 кубков, пили бы коктейль. Все, ладно. Все. Я понял. Я пойду выносить их. Прикрывай. Только не получай. Мансю. Мансюй. Не, это будет. Хорошо, но автотачит мужа. Я люблю тебя, Кольт. Последняя каточка, но это не последняя, я вас хочу предупредить. Не последняя. Пацаны, дайте мне вот этот глоток топа. Дайте мне 500 плюс. Ну реально. Как раз там. Ой, я бы сейчас пошутил. Я бы пошутил. Все они топы такие. Так, Холдик, давай. Лови глоток мой. Я знаю, о чем вы подумали, и я тоже про 500 плюс кубков. Именно. Кагаму, ты не туда пошел, ты не туда. Пацаны, это топы, походу. Походу, сейчас будете глоток делать. Заглатываю. Как бы, вроде неплохо, пока идем. Нет? Я умер. Помогу убить. Нифига, ты ее убил. Леон убил Шелли. Это я так, держу в курсе. Ну круто. Динамак убил Леона. Видно. А, у нее пассивка. Я убил Динамайка и умер. Так там есть кто-то в кустиках? Я сдох. Алью, собери, пожалуйста. Я не буду, блин. Я же убираю. А, тебе нельзя собирать. Не собирай. Блядь, он собрал. Он тупо положил на наш запрет. Один с хп осталось. Да похер, нам надо один кристалл. Блин, Лалдю. Лалдю, последняя катка, я тебя прошу. Ну она, конечно, не последняя, но хотя бы 500 засветить на видос. Все, давай уходи. Ой, вообще красава, давай драпаем оттуда. Сейчас будет, короче, ульта от Шелли. Давайте разойдемся, чтобы... Лалдю. Я... Нет, не может такого быть, я не верю. Давай, держи. Смотри, какой грамотный. А то, что я их всех... Пипец просто, у меня просто дар речи пропал. Что они творят? Ой. Лал, да автоатака, это грех. Запарил. Капец, ребята, почему... Fuck you. Один гем, ну... Да не могу я его взять! Вот, гем не кусается, не можно. Гем это хорошо. Ну уйди, Лал! Но я не могу. Убивай, как ему убей. Не вариант, там... Два гема упадет, слышишь? Ну пацаны, ну живите, ну! Два гема упадет. Один есть. Второй не успеем. Нет, стоп! Ударь. Да, нифига, последняя секунда, вы видели? Охрененная катка. Назад. Уходим! Я сдохну, помните меня, я был молодым. Бля, пацаны, уходите. Да ну, мы проиграли. Нет, нормально. Да, все заебись, круто. У кого гемы все? У Пэм. Ладно, я согласен на 500 остановиться. Теперь обратно давайте меня на 500 кубков к нищебродам и все. Ну, интересно было. Я, типа, такой, знаете, хороший опыт, но я останусь все-таки, наверное, на своем месте.
У нас как-то неправильно, все по позициям стоят. Я вообще бегаю, я не стою на месте. Там у Брока у тебя слышишь, Лав? Надо видеть. Посмотри, как я на её слил. Блин, я умер. Ты не умер, ты живой. Ты видел, я замонтил как... Больно. Ты дал набить Тариульту. Я тебе буду предъявлять. А Лалью, блядь, сдох. И чё дальше? Ой, не Лалью, а этот, как его, Кора... Корабль. Там всего 6 букв. Пожалуйста. Читай, не угадывай, не пытайся угадать. Блин, тяжело. Блять, реально тяжело. Сука, спайк, урон, пиздец. Да еще и от этого, от Брока. Раскидывай, дайте все вместе. Полетели. Ой, хорош, минус этот. Я уйду тут тупо просто. Ай, уходи, полегче. Полегче. Все, мне легче уже. 6-7, пацаны. Брок, умри, пожалуйста. Черный. Лалью, отпугни их, я возьму 7-й кристалл. Все, я взял 7-й кристалл, он у нас. Ой, лохорош. Ой, хорош. Все. Все, у кого? Давай, отходи, отходим. Спайк идет к нам на базу, я иду в левый крайний угол. Уходим все туда. Ты не думал комментатором работать? А я кто, по-твоему, а? Бля. Так и знал. Я так и знал. Стук, все, выиграли. Лалью, дай кристаллы. Я хочу вот эти вот ходить. Я тоже хочу. Я его убил. На тебе, я оба. Хочу. Нет, я хочу. Эть, не убьешь. А я убил. Все, 500 или еще одна катка нужна? Еще одна катка. Ай, жесть, никак не можем поднять. Поехали. Сколько ролик уже идет? Запись 18 минут, но это нормально. Я вот смотрел ролик свой и досмотрел до конца. А, ну, красавчик. Я помню, как Лал, когда только начинал. Я свои ролики смотрел. Ну, потому что просмотры набивать надо, чтобы партнерку приняли. Вот он и смотрел. Так, давай этого дятла заберем. Лал, ну что ты не помог? Если бы нам Леон помог... Я тут двоих один прессую, вы чё? Зачем ты это делаешь? Надо втроем на одного. Так проще. Гуртом и батька легче быть. 3-3. Тактичный. Ну, пацаны, ну камон, ну вы теряете кристаллы. Мы не теряем. Я даже не видел их у себя. Слышишь, ты чё дырила прессуешь смертник? Ну нафига ты отдал кристаллы? Ты, блин. Извини. Фух. Я вас прошу, соберитесь. Ну, последняя игра нужна, ну, ёлки-палки. Лагает. Вы играете слишком агрессивно. По-любому я хуйню несу, да? Не-не, это нормально. Не-не, на самом деле, мы оба с ним агрессивно играем, поэтому мы шлипаем часто. Давай. Я тащу. Делайте то, что я делаю, и будем тащить. Всё. Давай. Вот так вот, все, короче. Скинь мишку вперед. Кидаю мишку вперед. Мог бы и не говорить, я и сам это бы сделал. Ты этого ни разу не. Живите, оба живите. Ладно. Стреляем, пацаны, стреляем. Самое главное стрелять вовремя. Я отъехал. Мы же не. В смысле, мы проигрываем? Ну нет, пока нет. Фух. Да! Блин, я думал, я звездный игрок. зашибись, не то на 500. Короче, дорогие друзья, если всерьез вдруг кто не понял, то я тащил всю тиму. Это я шутил, что они тащат. Вот, и опять я шучу. Не, на самом деле, спасибо парням, спасибо им, они говорят мне, потому что я поднял одному Джесси, второму Мортиса. Да, спасибо. Все, ладно, хватит говорить большое. Сарказмом, а то все равно мои не понимают шуток. Пожалуйста, пацаны, пожалуйста. Огромное спасибо им. Ребята, если вам нравится это трио и вы хотите больше таких роликов, обалденных просто, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите спасибо Кугерами, Лулью и мне. Всего хорошего, до новых встреч, всем пока.
Пока-пока. Чао-чао. Пока. Пи. Я не успел рассказать.